Сегодня в супермаркете Куб я купил молоко Latte un Intero Lunga Conservazione. Консервированное, 100% итальянское. Стоит около 1 евро. Один литр. Сделано для супермаркета Куб в Италии. Так, открываем. Так, молоко белоснежное. Оба. Шикарное. Хоть и консервированное. Будем брать. Так, а сколько здесь процентов жирности у нас? Это у нас 4% молоко. Будем брать. Вкуснятина.